там бодро. А я вот на Мальдивах была, знаешь, да? Только на Мальдивах? А я вот была на Бали, на Карибах, даже на Канарах. А я вот была еще недавно на Алакале. Это оттуда у тебя такой загар? Так пафосно звучит. Алакаль. А это где? А это возле Учерл. Учерл, да. Туда только вот виза нужна. А вот на следующей неделе собираюсь в Бурабей. Бурабей. А это где? Это возле Кокшикаго. Чикаго? Возле Коста-Рики. Да ты что? В сторону Петропе. Я тоже туда хочу. Как говорится, солнце для всех, а пляж лишь для избранных. Вот ты не расстраивайся, не расстраивайся. Ты была же в прошлом году, как его? Капчагей. Да, Капчагей. Ну вот мы думаем о Капчагей или Майами. Майами? Вот думаем, не знаю. Конечно, Капчагей. Капчагей, хорошо, да, там. Ой, ну короче, сегодня мы были в аквапарке, а потом акул кормили, представляете? Ой, ну отдохнем, конечно, на ура. Как говорится, то, что происходит на Мальдивах, остается только на Мальдивах. Ой, наконец-то выбралась с этой работы. Отпуск взяла, отпускные взяла, кредит оформила, айфон продала. И вот я здесь. Вдруг встречу какого-нибудь Роберто. А, в халате, потому что на купальник не хватило. Роберто. Кстати, с ним у меня так не получилось. Хулю ты там встал? Эс акселератор мята, пидорато! Козел. Вот, в общем, я уже местный здесь. Excuse me. Do you want champion? Окей. Кредит-то нужно как-то закрывать. В общем, я теперь здесь работаю. Че, как ты себя чувствуешь перед ей-то, а? Что ты опять напомнил, блин? Не знаю я. Не знаю. Я боюсь не оправдать, конечно, ее родителей. Да хорош, ты что на алтун без видишь, блин? Что ты не оправдаешь? Я просто боюсь, я не знаю, кажется. Если я не знаю, то родители на меня зашкнят, поступлю какую-нибудь шарагу, там с кем-нибудь подерусь, потом меня посадят, потом здесь одну перловку буду я. Одну перловку, нет. Так, трусы с карманами шил, два телефона положу. Если эта штука запикает, скажу, что ремень. Так, фух, вроде все. Так, а, симку мне нужно решить. Так, говорят, Теле2 не глушится. Бля, или Алтыл. Надо было сходу спросить. А если я сдам ментор, то поступлю в вину, восстану. Буду выходить на всякие тупые мероприятия. Буду сидеть в универе до 4, на 5, хоть пару мне до 11. Буду с мальчиком перед универом петь песню. Сигнала. Буду жить в общаге. Будет приходить комендант, я буду с ней ругаться. Потом меня выселят за антисанитарию. Меня выселят. Негде жить, вас они снимать дорого. Я поступлю в какую-то шарагу. Потом с кем-то подерусь, меня посадят. Я обратно буду есть перловку. Братан, ты че к ентой не готовишься? Братан. А, мне пох. Я не шизки. Темірхан, бар үлкендермен отыра ғой, орын бар екен. Ай, Темірхан, Ерлан аған келіп қапты, тұра ғой. Ну чё, через 20 минут у кассы? Блин, Жанна, а чё это я так, блин, я просто... Да я сама плачу. Чё, правда, что ли? Ну я, Жан, прям не узнаю тебя сегодня. Спасибо. Блин, Жан, ты у меня самая лучшая. Да ладно, всё равно твоя карточка. А давай я тебя ещё в кафе свожу. Два. Блин, ну, пожалуйста, запустите, блин. Я на час вообще пить не буду, чисто потанцую и все.
пошли хапнем. Сейчас, возьми. Ну, классный интерьер. Тут 20 столиков, да? Все столы забиты. Надо такой же открыть, да. Когда мы были молодыми, друг друга так ценили, мы и так любили. Ты младше на год, а мне 16. 14 мне уже. Ну, с хвостиком, скоро уже 15 будет, да. Бухая девочка уже я, да. Или плохая. Мам, а как правильно будет? Большая дура. Большая. Совершенно летняя я уже. И весенняя, осенняя, ну и зимняя. И целуй меня везде. 18 мне уже. 21. Сегодня пойду в ночной клуб. Всегда мечтала так. Удостоверением охранник. А сколько дашь? 28. Мне 29. Ну у тебя же завтра день рождения. 30 будет. Ну это завтра. Сегодня мне 29. Ну что, 30? Мне 30 мне. Я 86-го. Вообще-то у женщины про возраст спрашивать неприлично. Ну а сколько дашь? Ну, 25. Ну что ты мне льстишь? Че, угадал что ли? Угадал прям. Прям в точку попал. В общем, Наташка, я больше никогда не полюблю. Чек! Ай, Паула! Вот возьму и выйду замуж по расчету. Біздің жас кезімізде еске алатын болсақ. Опять. Жасымда болдым балдырған, талайды сөзге қандырған, сол балдырған кезімде. Жүзбай, в общем, в нашей семье нет уже вдая. Да, мы на одной корове живем, и родители не смогут делать козату. Самый лучший выход, чтобы ты меня украл. Жарайдан добры дня, ламыз. О! Ертен алып қашам мен сен. Я знала, что ты найдешь выход. Мой будущий директор колхоза. Ертен сағат жетіде алты бағанның асында. Блин, как же классно было ваше время. Я аж подзадумалась. Ну сейчас на дворе 21 век. Другие ценности. Да ладно ценности. Век высоких технологий. Ну кто идет? Аплодисменты этой актрисе. Мисс Хайп Нагимуша. Ну что, довольна? Разыграла всех, обманула. Слышь, признайся уже, ты сама подстроила, сама себя украла. Ты всех подговорила там. Ты что, людей-то обманываешь, а? Ты сама себя украла. Тебе серьезно говорю, меня украли. А бля, кому ты нужна? Я кому нужна? Да, ты себя в зеркало видишь? Ты никомушеньке не нужна. Ты, дорогая моя, если тебя никто не ворует, значит ты никому не нужна, поняла? Меня никто не ворует? Да меня каждую пятницу, субботу воруют. Так... Просто я как некоторые это не выкладываю. Ты никому не нужна. Я? Ты никому не нужна. Это ты никому не нужна. Я никому не нужна. Ты вообще никому не нужна. Никомушеньки. Если я сейчас захочу, я позвоню Ержану, и он прямо сейчас меня увезет в Балхаш. А если я захочу, то прямо сейчас с этим же Ержаном я пойду на фильм «Галактика Корраушеллара». Да никуда он тебя не повезет. Трубку положи. Трубку положи. Нет! Да они уже воняют! И чё? Сгнили уже! И чё? Да тебе их полгода назад подарили! Какая разница, когда подарили? Не важно, когда подарили, а важно, кто подарил. Ты моя любимая! Ну рассказывай, что нового? Ну сегодня мне первый раз мальчик, например, провел. До остановки. Да что может быть нового? Одна учеба только в голове и все. Да что работа, суббота, работа, как бы это суебота уже заебота, если честно. Ну, в смысле, суета. Вот тебе губы нарастила, вот, веки сделала, вот, нос подправила, пластику сделала. Вот только на уши чуть денег не хватило. А еще вот такую манеру сделала, вот такой, смотри, такой. Вот такая, как мозги себе нарастила. Блин, такой дурой была. Хорошо, что хоть уши оставила. Ой, время уже 3! У меня запись как раз на мозги кюр. А то эти уже 3 года держатся. А я хочу себе в этот раз вот такие 4D нарастить. Вот. Если не влезут, то за уши спрячу. Подруга,
друга фоткаешь, да? Давай, да, фотка. Пусть этот козел увидит, куда меня судьба занесла, давай. Че, нормально? Как думаешь, вот будет ревновать вот, а? Будет ему больно? Или... А, для полного счастья. Давай еще на кого... А, француз. Бой, можно? Камин, ага. One photo. One photo. Давай. Вот он обревнуется, да? Сейчас, да, смотри. Блин, конечно, мало, да? Чтобы больше, чтобы прям ему больно было, да? Вот так. Обнимай меня вот так, ага. Нормально, да? Сейчас, теперь, надо сейчас еще... А тебе, да? Блин, он... Это ничего такое, да? Ну же вот это, номерок. Боя, номер надо было. Ладно, все равно, так все. Сейчас другого найдем. О, бой. О, можно? А? Да? One photo. Ага. Yes. Thank you. Как, ничего такое, да? Блин, подруга, а как этот на французском номер спросить, а?